Ладно. На самом деле, я, в принципе, я начинаю проходить гард, когда я прохожу разными способами. И в оверанд, ну, я обычно заканчиваю проход гарда оверандером, неважно там, как я его начинал. Вот, вот часто люди начинают мне, например, забирать долариву, да, и брать этот захват. А что я делаю? Я, во-первых, вот эту ногу снимаю и ставлю сюда, в базу. Здесь моя правая рука идет сюда, как бы срывает эту долариву. Я беру его, рукав, поднимаю и забираю здесь. По сути, у меня оверандер, и, ну, отсюда я начинаю проходить. Правой рукой я держу здесь, левой рукой я стараюсь схватить вот, вот где-то здесь штанину, в этом районе. Просто гружу его ногу вниз, а и правой ногой делаю бэкстеп и накатываю на него. В принципе, я выхожу на оверандер с доларивы, и то же самое, как в хавгард прохожу. То есть, например, в хавгарде работает. Я прям здесь стараюсь его ногу чуть приподнять, сюда зайти, держать голову максимально низко. Отсюда на пальцы, с пальцев на прямые ноги, начинаю давить, 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 давить и делаю бэксет. Чеком можно ровки строить.